Приветствую вас, друзья. Недавно у меня было видео про передернутую буксу. То есть, когда вот эти выступы буксы, на которую ложится боковина, находилась снизу. То есть, такое часто бывает. Это либо неправильно поставили, когда собирали, либо каким-то образом поднимали вагон или там боковину, да, и она от тяжести переворачивается. Но а назад, естественно, не ставят. И получается, что эти штуки, выступы внизу, да, боковина лежит вот на вот этой поверхности, да, ну, что нежелательно для роликовой буксы. То есть она из-за этого выходит из строя. Вот. Ну и влияет вообще отрицательно на всю тележку. Так вот, друзья, вы говорили, хорошо бы было, если бы эти выступы были с двух сторон. Чтобы как ни переверни, можно ее поставить нормально, да? Так вот, друзья, лет 20 назад я менял такие буксы. Мне попадалась мне такая букса часто, которая имела эти выступы с двух сторон. И самое интересное, что такие буксы были алюминиевые. Я вам даже сейчас покажу документ, что такие буксы были алюминиевые, у которых эти выступы были с двух сторон. Для чего это нужно было, друзья? А для того, что алюминиевая букса сама по себе, естественно, металл не такой твердый, да, у алюминия, как у железа, да, и оно просто деформируется от времени. Вот, и из-за этого сделали с двух сторон. То есть букса была рассчитана на 18 лет, получается, вот одна сторона этих упоров 9 лет, работает 9 лет, служит, потом букса переворачивалась 9, через 9 лет, и остальные 9 лет уже с другой стороны, ну, когда она перевернулась, да, как бы дорабатывала. То есть было рассчитано 9 лет на эту сторону и 9 лет на другую сторону. То есть вот для этого и ставили с двух сторон вот эти вот упоры на алюминиевые буксы. То есть вот, вот так вот, вот. Поэтому, да, такие буксы были. Ну, а тут не поставили почему. Это все в целях экономии металла. Потому что вот смотрите, такой вот Кусман. В целях экономии металла и уменьшения веса, как бы так. Если такие вот выступы делали бы с двух сторон, она была и тяжелее, да, и расход был бы металла больше. Ну, я так понимаю. Вот. Что я вам и хотел сказать. То есть с выступами с разных сторон такие буксы существовали. Ну, а на этом все, друзья. Подписывайся на мой канал. Ставим лайк, как всегда. До свидания.